Каждую неделю в молодежном центре «Точка притяжения» организуют разные игры и состязания – спортивные, интеллектуальные и просто развлекательные. Одно из таких мероприятий – это «Игра твой аргумент». Активисты молодежного центра собрались, чтобы совместными усилиями найти ответы на социальные вопросы. У нас очень оживленная игра, на самом деле, проходит. Ребята вовлечены в процесс. Я думаю, на самом деле, им очень нравится. Также это новая игра. Я ее ввела вот совсем недавно, сама придумала. И, надеюсь, им очень нравится. Но, судя по всему, им очень нравится, потому что очень оживленно они это все обсуждают. У каждого участника есть лист с определенным вопросом. Подросток отвечает на него и аргументирует свою позицию. В это же время остальные должны высказать свое мнение. Задача каждого – убедить остальных в своей правоте. Так они тренируют смекалку и красноречие. И в формате дебатов ребята находят оптимальный ответ. Дают ли деньги очень много возможностей и путь к успеху? Да. Чего? Не. В конце каждого раунда подростки голосуют, чей ответ оказался самым лучшим. За это начисляют баллы. Тот, кто наберет наибольшее количество, станет победителем. Заодно ребята лучше узнают друг друга и учатся высказывать свое мнение. Мария Лихобабенко, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа.